Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, почему в меню «Пуск» нету команды «Выполнить» и «Найти программы и файлы». Раньше я выставил видео, как найти программы и файлы в панели меню «Пуск». Итак, начинаем. Заходим в панель управления. В этой строке «Панель задач и меню «Пуск». Нажимаем. Здесь переходим на меню «Пуск». Здесь ищем, где написано «Настроить». Нажимаем «Настроить». И здесь опускаем рисунок ниже и ищем «Искать программы компоненты панели управления». И здесь должна поставлена быть галочка. Если галочки не будет, то, соответственно, и не будет там панели меню «Пуск», «Поиск». Здесь тоже должна быть галочка «Команда выполнить». И другие задачи, которые необходимы, чтобы отражались в меню «Пуск», мы здесь проставляем. Каждый на свое усмотрение проставляет те или иные задачи, которые должны отражаться в панели меню «Пуск». Все, нажали, окей, применить, окей, и закрываем. Открываем здесь, и как видим, команда «Выполнить» теперь работает. В этой строке мы можем вводить имя программы, папки или другого документа, который требуется нам открыть. Все, закрываем. Вот таким способом каждый, кто желает добавить в меню «Пуск» те или иные команды, сам сможет это проделать. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.